В Кремле получили письмо Петра Порошенко о судьбе Надежды Савченко и готовят сейчас ответ. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Напомню, накануне украинский президент направил российскому лидеру письмо с просьбой освободить украинскую военнослужащую из-под стражи. Кроме того, он якобы просил итальянского премьера Матео Ренци поднять этот вопрос на переговорах в Москве. Однако Дмитрий Песков заявил, что эта тема сегодня не обсуждалось. Ну а сама Савченко прерывает голодовку. Как сообщили Федеральной службе исполнения наказания, она согласилась принять бульон. Эти слова уже подтвердил адвокат Савченко. По его словам, она начала так называемый медицинский выход из голодовки из-за тяжелого состояния. Савченко голодала с середины декабря в знак протеста против заключения под стражей. Напомню, ее обвиняют в содействии в убийстве наших коллег, корреспондентов ВГТРК. Они попали под минометный огонь под Луганском. По версии следствия, корректировщиком была именно Савченко. Следственный комитет утверждает, что задержали гражданку Украины на территории России. Сегодня обвиняемая Надежда Савченко согласилась выполнять рекомендации врачей по поддержанию состояния своего здоровья и дала согласие на прием куриного бульона. При этом она не отказалась от продолжения голодовки. Надежда Савченко остается под динамическим наблюдением врачей и специалистов и продолжает получать необходимую поддерживающую терапию.